Экибастузским киллером оказался пенсионер. 65-летнего мужчину задержали. Накануне прямо на глазах у прохожих он застрелил работника крупной энергетической компании. Полицейские обнародовали некоторые подробности расправы над 60-летним электромонтером. Киллер был одет во все черное. Его лицо скрывали медицинская маска и солнцезащитные очки. Стрелял он из обреза охотничьего ружья. Подозреваемого удалось задержать менее чем за сутки. Само покушение произошло в одном из дворов Экибастуза. Киллер сначала выстрелил своей жертве в спину, а затем добил раненого выстрелом в голову. Что стало причиной жестокой расправы, следователи еще выясняют. Обстоятельства данного преступления выясняются. По данному факту задержан мужчина, 65-летний, подозреваемый в совершении преступления. Оружие преступления изъято, мужчина подвергнут изолятору временного содержания.